Каково это шагнуть в небо? Вельские подростки, которых принято называть трудными, побывали в Вологодском авиационном центре, где совершили свой первый прыжок с парашютом. Возможно, это станет и первым шагом к исправлению ребят. Этот праздник для них устроил спортивный клуб «Вельск Экстрим». Как утверждает наш корреспондент Юлия Майданова, приземлились юные парашютисты уже немного другими людьми. Как, пацаны, настроение? Страшно? Нет, там посмотрим. Большинство из этих парней так называемые трудные. Смогут ли они совершить не хулиганский поступок, а по-настоящему мужской, прыгнуть с парашютом? Интрига для них самих. «Небо для всех» – так называется социальный проект, в рамках которого вельские подростки приехали в Вологодский авиационный центр. Пошел! Есть, пошел! Тысяча один, тысяча два, тысяча три, кольцо, тысяча четыре, тысяча пять, купол. Слишком рано кольцо дергать нельзя, а то унесет ветром. Имей силу считать размеренно, учат ребят бывалые десантники. Продержишься 5 секунд в свободном падении, а потом неземные ощущения. До 100 метров четко видны очертания предметов. Человека хорошо можно видеть. Куда конструктора там уже нас встречают, если вы нарушаете что-то. Ну, мат само собой слышно хорошо. Прежде чем взлететь, надо научиться падать. Повернуться к ветру спиной, земля должна набегать на парашютиста. И главное, ноги вместе. Проверим их, как говорится, характер в деле. А так я уверен, что прыгнут. Слушали, в основном все поняли, мне кажется. Но есть некоторые моменты, которые так. Ну что, лет не сколько, 14, так я думаю, что повзошли после первого прыжка. Ну, дай бог им мягкое приземление. Парни, слышу, я немножко пропустил момент, когда мы ходили в самолет. Это, что там давали в руки? Просто держать? Нет, там прицепится. Он сам прицепится. Да. Через несколько минут они должны совершить свой первый шаг в небо. Приготовьтесь, от этих кадров перехватывает дыхание. Тысяча один, тысяча два, тысяча три – эти секунды они сохранят в золотом фонде своей памяти. Это не передать. Вон, рука дрожит. Первым назвали мясо, потому что первый прицеливается мной. Это было же, когда вот выходишь только, стоишь, ветер дует, и тебя сдувает так резко, и ты все аж падаешь. И ты собираешься соображать, что вообще происходит. И потом где-то думаешь, ради считать, и там дергаешь, все, и ты паришь. Это вообще незабываемое ощущение. Отпадно. У клуба это традиции достаточно давние, работать с трудными подростками, где ребятишки могут сами себе доказать, что они чего-то стоят в этой жизни, да могут добиваться. Десантники говорят, один такой прыжок даст подростку больше, чем долгие нравоучительные беседы. Некоторые с первого шага влюбились в небо и, возможно, даже свяжут с ним свою жизнь. А главное, все они приземлились немножко другими людьми. Юлия Майданова, Анатолий Квасков, Новости 24, Архангельск. Субтитры сделал DimaTorzok.